А он оказался просто и приходит сюда, как нищий, дрожащий, и принимает святых до самых неисправной обязанности самого нищего самого, когда многие среди еще находятся в нарушении жизни, а не сможет прекрасно сейчас, что это создание, и каждый предыдущий, самый солидный, который нам помогает. Я вам расскажу еще раз. Вот почему такие кресты называют Корсунским. В 988 году Владимир Святой он крестил греческий город Корсунский Черкану. И после этого он принял стих, верий, крестов, щитки, принявших, крестов, угодных. Сколько их существует всего, мы не знаем, потому что обладатели таких людей, они не отвечают такой информации. Здесь только часть старинного древа, потому что дважды он был значительнейшим образом поновлен. Он деревянный, сверху оброшен поглощенный воздух. В нем, в которых занятся частички мощей святителей. Этот крест принесли сюда паломники Иисуса, подарили за то, что обители их приняли. Но когда монастырь был официально закрыт, то святыни перенесли в нашу церковь Ложный музей. Сотрудники правильно понимают, что он без цены. Его никогда не оставляли для широкого обозрения. Вот недавно, 12 июня, 6 лет назад, перенесли его сюда, и небо хотел сказать, что доставили навечно, но сделать это пока невозможно, потому что договор о хранении Корсунского креста между Крестным учреждением музея и православным, вот этим музеем, он стал делиться ежегодно. У вас сейчас будет свободное время, да, я же выключила телефон. Но вот через 10 минут, давайте так, мы возвращаемся. Спасибо большое. 10:40? Да. Да. Значит, 10 минут, да, потому что в 11 у нас уже может быть. Я буду рядом с вами здесь. Если кто-то не услышит, я вам еще раз обо всем расскажу. Посмотрите, но чтобы соглашаться к этой ситуации, люди приезжают из дальнейшего. Угу.